багет слегка темный. Когда я спросил, нормально ли черные точки, он ответил, что да, это нормально, это газы. Думаю, что на срезах тоже будут классные поры, но вот такой хлеб французы считают хорошим. Сейчас Патрик устанавливает витрину. Очень приятный малый. Там склад чиабатты. Тоже вот он белый, хороший хлеб, потому что сверху потом присыпывали через ситечко дополнительную муку, если ее не хватает с куша.